Я всех приветствую. Зовут меня Ирина. Я участвую в суперкопилке с 2019 года. И вчера мы вернулись из трехдневного тура из Кавказских минеральных вод. Посетили мы Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск. Часть денег взяли из тех денег, которые мне пришли в суперкопилке. Спасибо всем за взаимное финансирование. Итак, давайте посмотрим. Вот тот самый источник Ессентуки 4. Вот как он выглядит, который вы пьете в бутылке. Источник номер 4. Вот такой вид у нас открывается в Пятигорске с горы Машук. Туда можно подняться на канатной дороге, либо забраться на машине. А вот озеро Провал. Знаменитое озеро Провал. Идем вот по такому мы коридору. Такой красивый. Вот и озеро. Идет дождик. Водичка такая вот, икона там. А вот это кисловодский нарзан. Вот нарзан. Сейчас мы туда и пойдем. Сполоснем наш стаканчик. И вот здесь вот нарзан сульфатный, нарзан доломитный, нарзан общий. Суперкопилка работает с 2013 года. Это достаточно большой срок. Нам в мае этого года уже 8 лет успешной работы. Хочу вам напомнить о бонусах новичка. При регистрации вы получаете 10 ТЭД, это значит $10 на свой баланс. С помощью консультанта создаете программы взаимного финансирования. И через неделю вы уже сможете вывести деньги на Perfect Money либо Nix Money уже с процентами. И второй бонус новичка – это 20 ТЭД получаете при условии, если вы пополняете баланс от 20 ТЭД на свои деньги и с помощью консультанта создаете программы взаимного финансирования и получаете уже с процентами выплаты каждую неделю. Представляете? А если вы выйдете на закольцовку, то вы будете получать пассивный доход от других участников. И так будет постоянно. Я уже на пассивном доходе. Путешествую, покупаю себе кофточки. Кстати, эта кофточка куплена тоже за деньги суперкопилки. И ни в чем себе не отказываю. Свою партнерскую ссылку я оставляю под видео. Приглашать на пассивный доход очень легко. Регистрируйтесь и получайте деньги вместе с сообществом суперкопилка. Всем пока!